Нас плохо слышно. Читаем вместе, ребята. Здравствуйте, ученики. Здравствуй, солнце. Здравствуй, друг. Здравствуйте, учитель. Урманда булганыгыз бармы? Белемлесу? Да. Эйе булганыгыз бар. А хәзер мин сезгә урман турында. Лина, вот этот кот насал. А у меня жук. Ну, бахлар айтам. Так, загадки, ребята, будем загадки. Ливиана, читай первое. Значит, осенью раздевается, весной одевается. Что это, ребята? Дерево. Дерево. Как будет дерево башкирском? Агас. Агас, правильно. Второе. Икенцы. Ах, кием кеген. Яшель суган эльген. Белую одежду одел. Зеленые ветки повесила. Елка. Нет. Белый, ствол белый, ребята. Береза? Береза? Хаен, правильно. Третий. Жунда, яенда, яенда. Так будет и зимой, и летом зеленые, да? Что это у нас? Ёлка. 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 Грибы. А потом в земле спускается. На травах у нас что растет красненькие? Клубника, земляника. Правильно, то есть одним словом. Ягоды. Ягоды. Правильно, посмотрите. Дырыс мы? Угу. Ответ нет, дырыс. Шулай итеп, бүгін дәрістәрінің мінен Мұстай Кәрим ярған Урманда деген текст оқып өтесіз. Ребята, мы с вами будем читать текст Урманда, который написал Мұстай Кәрим. Сначала, ребята, давайте мы с вами проведем словарную работу. Для кише. Так, давай. Катя, читай слова и перевод читай. Опа. Катя читает. Так, кто меня слышит? Прочитайте, ребята. Никита, читай.
Коштар хайрай. Угу, переводится. Птицы поют. Хорошо. Так, второе, Ильяна, читай. Купелектероса, бабочки летают. Хорошо. Маша, читай. Третье. Маша, да? Маша. Так, кто меня слышит дальше? Хорошо. Так. Угу. Сескалер уса. Цветы растут. Хорошо. Так, давай, ты почитай. Бешмектер буртене, грибы появляются. Гелектер беше, как будет, ребята? Ягоды поспевают. Ягоды поспевают. Хорошо, прочитайте и запомните. Ребята, вы все, наверное, слышали о народном поэте Мустафе Карим, да? Значит, Мустафа Карим, Башкортостан, поэт Башкортостан. Он мен сводит, он тоже был да, и вернулся, и да, и вернулся, 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 Туган иль, Башкортостан, Минтабирасы, Кишиляры, Балалар, Тумашы, Крагандаян, Асагары, Балаларда, Акутларда и Ратепухыда. Значит, его произведения о родине, о Башкортостане, о ее природе, о людях, люди читают с интересом, и взрослые, и дети. Значит, вы по портрету вы все узнали Мустафу Карима, да, ребята? Да? Итак, ребята, у нас сегодня будет путешествие по лесу. Саяхат. Беренсе тукталыш атала. Кубеляктер. Какие бабочки, ребята, мы знаем? Вот я вам показываю, какие бабочки бывают. Махаон. Махаон. Ак кубеляк. Ак кубеляк. 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 Каен урманында называется текст, Мустафа Карим написал. Березовый лесу. Первая остановка у нас была что, ребята? Остановка бабочки, да? Давайте сейчас прочитаем. Ирина, вот я сейчас от тебе покажу, начинай читать. Урманга. Вот где мне стрелка? Кто меня видит? Урманга етер етмес ук нельфиере козел канатлы бик матур кубелек тапулды. Ул сескере кунул яй гына усып юрый. Кулын хус за тотта ал зен эльфие китте. Кыз уны курга тутынды. Я это прочитала. Инде тутон тигенде теге тағы ұсып кетті. Кыз оны қоғырыға тұтынды. Шул сап көбілек бұлай тіне. Мен бүгін ертен гүне ешей башланым. Ген мене тейме. Ирін леп бір ойнап. Қалайым өзін ойна. Уйнағанда шулай қолып юнсулар рәхәт болырмы үгін. Шул хүзәрді әйтелі көбелек арырақ үсіп кетті. Лифия көбелекке башқа та қағылманы. Красивую бабочку. Она увидела бабочку. Она увидела бабочку, да?
бабочка что хотела сделать? Тутурга поймать, да? Тогда бабочка что сказала? Не надо, не надо. Я... Не, не трогай меня. Не надо, пожалуйста, не трогай меня. Да, так говорит, да? И если тебя поймают, и хорошо ли будет тебе говорить, да? И полетела. Итак, ребята, нужно ли ловить бабочек? Никита, как ты думаешь? Никита, мы тебя не слышим. Включи. Нет. Бабочек нельзя, трогать их нельзя, да, ребята? Так, давайте вторую часть, Регина. Урманда хейбет ниме бер кубелек кенеме жжжжж. Она нимде матур сескалер усе. Телеген кызылын телеген алхын телеген кенкерен альфе сеске ерға уланы. Ул яны ғына асылып сыққан кызыл сескеге уыры ұлды. Өзім гені тегенде сеске илап егірзі. Ай, ай, аяғымды ауыртырағын. Мені ұл теклем қаты тұтанағын. Ай, ебер әлфе сескені ебергесті теге илауынан тұқтай алмай. Сөйләп еберді. Мен бәлі кез бит әлі. Яны ғына бүрінен сұқтым. Әхіне хұзышағын өзіндің аяғында шулай қысып тұтығалар. Рәхәт болыр. Я дальше пошла в лесу и увидела, что, ребята, сеске. Катя, что такое сеске? Переведите. Сескеля. Цветы. Цветы. И что решила цветы? Что сделать? Не знаешь, что я хотела. Сорвать. Сорвать. Громче, увереннее. Сорвать хотела. Сорвать. Кто сказал? Вот. Ай-яй. Ай-яй. Ей больно стало. Больно стало, правильно. Так, ребята, а я когда легко помню и клей, какие вы цветы знаете? Какие цветы? Аксиске. Куксиске. Аксиске. Ромашка. Правильно. Так, дальше. Конграусиске. Конграусиске. Колокольчик. Правильно. И... Куксиске. Василек. Василек. Маша, еще раз прочитай, пожалуйста, все цветочки и переведи. Мария. Мария, прочитай и переведи, пожалуйста. Не слышим, да, Марию? Хорошо. Так, кто еще кого слышим? Микрофон включим. Ой, аксиске, кынгы, раусиске, куксиске. Хорошо, переводим. Аксиске, переведи, Маша. Так, ребята, сейчас, пожалуйста, микрофоны включите. Так, можно я переведу? Давай, переводи, Катя. Аксиске – ромашки. Кенгираусиске – колокольчики. Куксиске – васильки. Хорошо, молодец. Василек. Ага. Итак, у нас вторая остановка была в лесу. Это... Ребята, какая остановка была? Цветочки, да? Так, дальше все, кто заслушает. Я читаю, вы слушаете. Әлпе сәскәні қалдырып, сұрман үсіне еніп кетті. Зұр ғана бір ағас түбінді оға ақ үшләпәлі бір бәшмәк ұсыраны. Арырақ, кирәк үлән арағында бүтән үшләпәләр дә көрінді. Бәшмәк емшақ бет, оның тәні ауыртмайдыр, деп иланы Әлпе. Кәрзингә толтырып, ул бәшмәк кейірға болды. Әліге ақ үшләпәгә үрілді. Тейір-теймәк үк бәшмәк сырылдарға тұтынды. Эшләпәмде, эшләпәмде. Булаһың тим.
Үзіңдің шләпәңді болғалар рахат болар ма ғоң? Әлфия қолын тедіп тартып алды, бішмәк хаман сырылдай берді. Мен де хенің кі өққыз, мен бішмәк қызы, мен хенің шләпәңді болмайын бек. Хенде кішінікін теймә. Асауынан сада шалмай, шулай әрләші тұрғас бішмәк тұрған ернән ергә ауды. Значит, Әлфия, кого, что встретила дальше, ребята? Бешмак, что это такое? Грибы. В начале урока. Грибы. Грибы. Это? Грибы. Грибы. Что он желает сделать с грибами? Собрать. Собрать. Тогда гриб. Что? Как его прислал? Шляпанзе, шляпанзе. Значит, шляпу мою, шляпу. Шляпу мою. Ну, не мятай. Минда синенькила х. Что это значит? Я тоже как-то девочка говорит. Я гриб девочка. Ребята, нужно ли вот сорвать грибы, если они еще не поспели, маленькие в лесу? Нет. Нет. Нет, нельзя. Только когда не поспели, может им аккуратно надо. Вы сейчас задерживаете. Гульшат Закировна, вас плохо слышно. Плохо слышно, да? Да, очень плохо. Так, ребята, дальше. Смотрим остановку. Следующую надо. Грибы. Какие грибы бывают, ребята? Усак бешмеге. Усак бешмеге. Белый гриб. Сельтер бешмек. Лисичка? Лисичка. Каен бешмек. Подосиновик? Подосиновик. Бывает, правильно. Так, и следующая установка у нас вот это ягоды. Какие мы ягоды знаем? Сказал правильно. Вот это что у нас? Черника, да? Черника. Куртмеле. Вот это каен еляге. Каен. Малина. Курай еляге. А, это земляника. Это земляника, да. А курай еляге? Курай еляге. Малина. Малина. Малина, хорошо. Так, дальше, ребята. Так, следующее. Заканчиваем читать текст с вами. Угу. Так, давай, Ильяна, прочитай. Лилияна, прочитай. Альфия яуап кайта рмана теге елек татлы хызер тезеп кете. Без инде таман бешеп үлгерзек. Кумер без бары бер куп калманы. Хин безе куп итеп еп кит. Безе эсеген безен кай как койор. Варенье кайнатыр болгын кыш келгес. Кес бұ күмәкләп табынға елгіліп, как варенье менен сей әсергегес. Шул сақ урман ақланып, бізің мінен бірге яшынған сәскелерді көбелектерді, бәлкі хатырғызға түшіресіңіз. Біз яшыған ейді хағынып қойырғығыз. Тартынма, өз бізді, біз шундай дәмлебіз, хош еслебіз, біз ер менен қояш балалары. Значит, ягоды что говорят? Чтобы их собрали, да? Чтобы их собрали. Хотя, что они поспели. И Альфия собрала ягоды. 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 Итак, ребята, мы с вами прочитали Хаен Урманом, да? Дед, Мустай Карим, который написал. И мы уже знаем, как себя вести в лесу, да? Значит, бабочки ловить надо, правильно ли? Нет. Нет. Не надо ловить. Не нужно. Грибы маленькие собирать не надо. Не надо. Не надо. Собирать только поспевшие. Поспевшие. Поспевшие грибы. Ягоды. Тоже нельзя рвать. Так, итак, у нас Альфия, ребята, девочки. Альфия, девочка. Кого встретила? Что встретила в лесу? Она встретила бабочек. Цветы. А, бабочек, цветы, грибы, грибы и ягоды. Угу.
на башкирском читаем. Кубелек, кубелек, сеске, дешмек, электер. Электер. Никитаға. Яхшы оқыңыздар. Бітті. Сау болыңыз. Сау болыңыз.